столичной станции. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея Мастера, но он нашел меня первым. Всем привет, народ! Меня зовут Александр, и это канал Жданов Плей. Продолжаем с вами играть в метро, в то самое метро. Вот. На чем мы там остановились-то? Я уже забыл. Ага, ага. Туннели, черепушки, все нормально. Значит, нам сюда. А, все, все, вспомнил. Мы, короче, разделились. Хантера убили. А, какого Хантера? Бурбона убили. Хан нас вывел. Да? Так, кстати, как там фонарь? А, во. Хан нас вывел, проводил. Мы отправились дальше своей дорогой. Все понятно. В общем, что у нас сегодня? Сегодня у нас с вами метро. Завтра у нас с вами финальная часть. Жизнь, галерея жизни. Стой, кто идет? Не двигаться. Не двигаюсь. Эй, расслабься, это человек. Выключи свет. Ну да, выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваривай. Это окей. Свободная станция. Ой, спасибо. Вот, завтра, как я говорил, завтра у нас жизнь галереи, или что там, галерея жизни. Вот, но я смотрю, галерея жизни прям так хорошо зашла. Вот, есть у меня еще одна. Осторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Понял. Не дурак, дурак мы не понял. Вот. И так как заходят вам такие ненормальные игры, есть. Внимание. У меня еще одна такая заготовочка хорошая. На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Так, это нажимать? Вот, так что, думаю, кое-что в запасе у меня найдется по игре. Да. Так, ладно, а теперь непосредственно к метро. Что тут творится? Лицом к стене! Обыск! А меня это не касается, а я новенький. Вы отстаньте, противные, я не такой! Ой, это у бандита такой же голос, у сталкера был. Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Да ебать, что я сделал-то? Чё ты меня трогаешь, блядь? Ладно, ладно, ладно. Не трогай, только блядь. Без рук. Я сам пойду. Стой, стреляй! Беги! Ты, блядь, сделал меня соучастником теперь. Да... За мной, парень! Хватайте, ублюдка! Блять, я вообще ничего не сделал, я мимо проходил, я хотел спокойной жизни. Какого хрена? Я честно хотел спокойной жизни. А нас со спины догоняют, что делать будем? Да беги, беги. Так а я могу ствол достать, убить их. В чем проблема? То есть они по нам стреляют, а мы не можем? А, ладно. Блядь, убили. Сука, я ебу, он что-то показывает. Как я думал, я постоянно за ним буду бежать. Заткни хлебало! Готовься к досмотру! Тише. ГБ. Всегда готов? А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть и к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все светится. Может, облучился? Мерзавец! Еще стебется. Так, а ты кто? Да ладно, это мы все знаем. Он рыжий клоун, а ты белый? Нет, он мне вот показал рукой, я что, должен был понять, что беги туда? Я думал, я постоянно серьезно за ним буду бежать. Я сам пойду. Стой, стреляй! Беги! Бля, охрана такая тупая на самом деле. У них есть оружие, но они его не достают. За мной, парень! Ой, блядь, ладно, бегу, бегу. Я не с ним, я просто за ним бегу. Я его пытаюсь остановить. Я не с ним. Вот, блядь. Столько бутылок перебили с Ромом, а? Да ладно, они не попадут. Смотри, какие кривые коленки. Тоже попасть не могут по-стоячему. Ладно, побежал.
сука, не дожил. Сука, я мог спокойно пойти. Вот какого хрена, а? Я не верю в Бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Хуя себе, мастер. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Вот логика, он ведь меня не знает, а он меня спас. Второй момент. А лица-то они моего не запомнили, да? То есть, ну, у тебя есть комбинезон, все, они тебя не узнают. Кстати, что-то... А, бля, у меня тап не нажимается. Я не могу посмотреть заметку, правда. Клянусь. Вот, нажимаю. Слышишь? Ага. Так, ладно. Хуй ты с этой заметкой. В целом, суть понятна. Станция до отказа забита вражескими шпиками. Они готовят теракты. В каждой арке по диверсанту прячутся. Ребята... Сюда можно только по пропуску. Нечего бояться. Граница с фашистами на замке. Ладно. На каждом ходе... О, оружейная. Крысы не проскочат. Здрасте. Аптечки, фильтры, ножи. Набор туриста. Не-не-не, ну говно. Можешь осмотреть магазин, купить, что тебе надо. Но не трать время зря. Поезд отойдет точно по расписанию. Тебя ждать он не станет. Так. Первое. Глушитель. Беру. Дальше. Прицел. Прибором ночного видения. Или снайперский лучше. С прибором ночного видения у меня еще не было. Так, хорошо. Че еще? Ну, я не знаю. Типа лазерный прицел, это уже понты какие-то. Так. Обмен. А это обменять на что можно? На все что угодно? А револьвер могу на что обменять? Ебать. Хельсинг. И совсем немного осталось. Да, хуй ты с ним. Убойник. Вот убойник. Отличное это, конечно. Оружие. Не пожалеешь. О-о-о. И тебя берет. Пользоваться просто. Берешь и стреляешь. Ебать. Отличное оружие. Не пожалеешь. Мне вот это очень сильно на самом деле понравилось. Бери, совсем немного осталось. Точный и мощный автомат. Пока не буду. Ладно, пока не буду. А вот тебя можно, кстати, обменять. Но на что тебе обменять? Я на самом деле даже не знаю. Может, на тебя? Для тебя берем. 210. Пользоваться просто. Берешь и стреляешь. Ну давай, ладно. Отличный курс. А тебя могу просто продать, да? Ну, ты мне нахер не нужна, типа я найду тебе замену. Так, по патронам. Обмен валюты, лучший курс. Черт возьми с ним, это что такое? Это для Хельсинга? А у меня что? А что мне за автомат? А. Ну, этими патронами закуплюсь. Для калаша по-любому. Вот это можешь забрать. На самом деле, как я? Продать, а? Эй, у тебя такого калибра-то нет? Эй, у тебя такого калибра-то нет? Сколько стоит? 10 240. Ну хорошо, мне хватит. Отличная этого. Сделка. Вообще охуенно, без денег меня оставил. Так, куда идти-то? Все нормально, мужики, он со мной. Это Андрюха Мастер, я его знаю. А, в яму? Ой, патроны. Ой, я не ошибся в Андрее, я его недооценил.
Он не боится бежать, но его дело требует куда больше отваги, чем побег. Андрей помогает бежать с красной линии другим, рискуя собственной шкурой каждую минуту. Он и его товарищи спасли десятки беженцев, используя сеть тайных переходов и забытых тоннелей, о которых красным пока ничего не известно. Обычных беженцев эта дорога жизни ведет с красной линии в большое метро. Но меня Андрей отправит по ней в обратную сторону. Мне нужно на передовую нескончаемой войны между красной линией и Рейхом в самое пекло. Я отправляюсь на поезд, который везет свежую партию пушечного мяса в жерло мясорубки. Главное вовремя соскочить с этого поезда. Кстати, по-моему, он это как раз и говорил. Так и чё? Понял. Вообще без палева, ребят. Ну, логично, сейчас как в фильмах этот. Мы под поезд, да? Там книжка есть, если что, еще почитаете. Так, ну, запрыгивай. Чего ты не запрыгиваешь? Артём, видишь там багажное отделение? Забирайся туда. Откуда он меня знает? Хан как бы не предупреждал. О, отсылочка. Ну так что, мужики, двинули? Хан типа не предупреждал, типа, что к тебе придет сейчас такой-то Артём, и ты ему помоги. Как-то не складывается. Андрюх, а там вообще как, безопасно? Не хотелось бы, чтобы его размазало по рельсам. Ну да, тебе не вагоны своя. Но если он останется на станции, он точно труп. Потому что билет на Лубянку, он только в один конец. Ну да, пушечное мясо. Но у меня есть куртка, которую мне Андрюха подогнал, поэтому мне ничего не будет. Все нормально, подбирайте. Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Удачи. Ладно. Куда я иду? Я уже, по-моему, где-то поверху иду, нет? Да, смотри. То есть меня сейчас никто не видел, да? Вот так вот голову не поднять, не посмотреть. И вот сейчас меня не видно, да? Вообще не палевно. Все по местам. Бать, у них оружие там какое красивое. С лазерными прицелами. А на самом деле думал, что это только в основном с монстрами будут сражаться. И по станциям, типа, ну, не так, типа, много буду ходить. И вообще будет открытый мир. У меня вообще тут все просто наоборот. Поэтому даже не знаю, радоваться или печалиться. Ты зачем в армию подался? Я пошел по политическим убеждениям. А я за бабло. Я верю. Оно победит зло. Ну а ты победит. Конечно. За плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной армии служил. А его отец еще в Советской армии был полковником. За бабло-то серьезно, все что угодно можно сделать. А ведь у фашистов наших деды тоже в Советской армии служили. Ну единственное, ты монстров не купишь. За это их и перевешать. А так, да? После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронташе черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты, Мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем? Ну, самоубийство грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, и так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне, чтоб наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях. Да. Да, ребята, то ли еще будет. Человек,
остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Чем дальше, тем хуже у нас все идет. Мамы, 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 мамы. Да ёб твою мать, сука, чё меня все пинают? Так-то меня должно было размазать по рельсам. Что такое скорость? Тебя тоже заряжать надо? Да, смотри-ка, её тоже заряжать надо. Да нафига ты сменил на эти патроны? Вот. А я их могу не убивать? Сука. Сука! Живучая какая. Попалась. Блять, как просто, как мешки с говном разлетелись. Тише. Откуда, блять, ты стреляешь? Понять не могу. Тише, замри. Ой. Чё смотришь? Ебать ты бронированный! Бойцов приняли! Обходите его, мужики! Ебать, у вас какая броня! У тебя чё, шлем-то вообще непробиваемый? Охуеть! Ещё один, да, слева? Справа? Что надо? Да не меняй, это деньги. Деньги экономить надо, между прочим, и не расходовать их как попало. Так. Есть что у них? Ничего нет. Ой. В ногу. В руку. Так, где кто? Никого не видно. Да? Ну все, пошли дальше. Так, что тут? Так, хорошо. Ебать там он. Жаль, до меня не дотягиваешь. Ты мне? Нет? Ты где? Я тебя даже не вижу. Так, ну мне, наверное, наверх. Так, генератор. Так, тише. Бля, я еще это оружие не тестировал. Надо попробовать хоть разок мальнуть. Так, а тут что? Ага, тут все хуёво, я понял. Опа, тише. О, был рубильник. Так, мне вниз или вверх? Пойдем вниз, мы электричество вырубили. Ага. Мне вниз, я понял. Так, ну-ка. Опа. А что это? А, так у меня такая была.
Тише. Что делать? А, кодовый замок. Да ну, прибор ночного видения. Охренеть, вот так зашел. Вот это я удачно. Ой, так-то лучше, правильно смотрится. Здесь все ничего не расходует. Так, давай пока вырубим. На всякий случай. Пока вроде светло. Так, хорошо. Серьезно, спокойно, он прав. Еще как разок-то выстрелим, так охуеть. Где? Кто? Ну побежали, побежали, побежали. Что он несет? Блять, я нихуя не вижу. Ну такое. Так. Напрягаешь. Напрягаете. Ух ты, меня еще и гранату кинули. Охренеть, когда успели-то? Меня эти прожекторы так напрягают. Замри. Блять, они все бронированные. Это что за броня такая должна быть, чтоб выстрел от калаша блокировала так, а? Что делаешь? Прикольно, что они еще полудохлые стреляют. То есть как бы на это не наткнуться. Так, ну тут мы все вроде посмотрели. Чё орёшь? Блять, я деньгами опять стрелял. Ой-ой-ой. Солдаты и подвольствия. Ваши командиры и вожди бросили вас. Во, промывают мозги-то, а? Так, ну я туда побежал. Воды? Падай, ёпты мать, сколько здоровья-то иметь можно? Алло! Это чё, мини-босс? Так. Нихуя. Нихуя, больно. Так, а ну-ка, я за рулем теперь. Несем потери! Ебать, он уклоняется. Черт, я ранен! Танцуй, танцуй! Так, сюда я сесть не могу. А я-то уж надеялся, на самом деле. Так, ну все, спокойно пошли вперед. Что нам остается делать? Можно еще этот зарядить так.
Все, зарядили. Бля. Алло, так изогнуться можно. Так. Секундочку. А, вон ты откуда стреляешь. А я-то уже думал, откуда ты можешь меня подстрелить. Так, как С. Еще сейчас должен один выйти. Так, шприц. Допрыгался. Зачем вы так кувыркаетесь? Это же... Пиздец, как нелогично. Это же пиздец, как нелогично. Вы же легкой мишенью становитесь. Все? Кончились? Кончились. Ух, аж, блядь, вспотел. И чё? И что? И что? Да ну, это пробивается тоже, что ли? Бля, ебать, прикольно сделали. Молодцы какие. Так. Бежали дальше. Третьим патроны, чем есть. Я не понимаю иногда, замки, короче, закрыты. Сейфы вот там подобное. И как их открыть? Где я должен найти ключ или код или что-то еще? Где это серьезно должен найти? Так. Вот, вот, вот. Где я это должен найти? Ключ. Так. Хорошо. Чем-нибудь по скрипту должно сработать. Типа там будет засада ждать, там 10 человек, где, да? Здравствуйте. Я так и думал, в принципе. Пиздец, это логично так было. Первый коридор пустой, во второй идешь. Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Здравствуй, Германия. Так, дай-ка я посмотрю, что по времени у нас. Так, отлично. Отлично, да отлично. Да чего думать-то? Отлично. Пристрелим красного шпиона и делов. Да я вообще ни за кого, я нейтрал. Алло, кстати, Анатолий, разве нам не взять? Надо вызвать гестапо? Вот, охуенно тебя напилю. Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Во, вообще охуенно превью. Бля, взял еще и ёбнул. Чё я тебе сделал, блядь? Ты меня не знаешь, я тебя не знаю. Точно! Ладно, я тебя найду, я тебя уебу, блядь. Мари Марксу и Энгельсу. Терпи, терпи. Потяни время, потяни. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Ну смотри, одного сейчас в голову. Раз, ножом. Он охуел, а другого... Ебать ты, Рэмбо, нахуй. Обязательно было так пафосно слоумо, короче, добавлять, что он типа летит. Ты кто вообще такой? Эх, вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Логично. Ой, бля, может тебя на превьюху взять? О, может тебя. Или тебя. Блядь, да я не знаю, что. Ну что, парнишка, ты в одном у меня кадре. Теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Где? Это же жетон Хантер. Хантер. Давай-ка я отведу тебя к мельнику. Ему все сам расскажешь.
Что-то он единственным им решил показать этот жетон. У него был этот, как его, Бурбон. У него так, был Хан. У него был Андрюха Мастер. И вот только им он решил показать Паша, этот жетон. План такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, Мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь, а с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черной. Если доживет. Да, осторожнее. Блять, Хантер, я смотрю, вообще легенда, что вы тут. За него аж могут медаль дать. Повысить, так сказать. Ой, ну не начинайте, сейчас опять эти машинки. О, на превьюху. Нет, хуйня превьюха. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи. Ой, вам. Понеслась, короче. Сейчас я на машинке. Это этот, Безумный Макс. Все, поехали. Я готов. А интересно, а что они? А, они на электричестве, да, есть? Я не умею так стрелять, на самом деле. Блокпостов незаметно. Веди себя естественно. Спорим, это не выйдет. Они не поймут, что произошла замена экипажа. Конечно. Знаю, как это незаметно бывает. Где-то спалимся, по-любому начнем стрелять. Либо в самом начале спалимся. Рейх. Точка Б. А. Открывай! Давай! Открывай! Быстрее! На вызов едем! Давай! Так а может их уже сразу же расстреливать, нет? Ну все, пиздец. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Вот появился. О, нас послали на передовой блокпост, генерал-офицер. Доставить боеприпасы. А где боеприпасы? Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Так, я могу стрелять? Так, я стреляю, вот он ко мне вплотную подъехал, я и начал стрелять. Ебать, патрон бесконечный. Охуенно. Это все, что ли? Только у нас машина уже дымится. Бля, она такая неповоротливая, это просто пиздец. Да я понял. Только я... Чтоб целиться, тут надо, короче, налево-направо, потому что мышкой ты не можешь. Слева. Это право. Ёб ты мать, какое слева? По водиле стреляй, все. Какие бронированные у них машины. Враг с левого борта. Какого слева? Блять, так неудобно стрелять на самом деле на машине. Куда, блять, я не вижу его даже. Так а я отвернусь от них просто, нет? У меня бронированная вроде. Нет? Да откуда, блять, где ты стреляешь? Меня сейчас убьют. Блять, я не могу даже на него прицелиться. Ебать, а я может в этой машине вообще неуязвимый? Так, к пулемету не подходим. Да отъебитесь.
Да я вижу! Все, по идее, они уже тут не могут ехать. Им вот эта вагонетка перекрыла дорогу. Все. Батя, она еще едет. Господи! Да это же танк! Да ну нахер. А чем я его должен убить? По-моему, наша тачка сдохла. Все. Сука. Выходим, наша остановочка, нет? Ты что там ремонтируешь? Вот он, огонь! Ебать, ремонтирует. Да откуда, ебать? Со всех сторон просто. Кто с гранатомета стреляет? Их еще не видать ни хрена. Ебать, он каким-то образом починил машину. Какого хрена у них машина быстрее, чем наша? А, ну она ж ранена. Логично. Ой, перегрев. А у меня перегрев оружия, оказывается, может быть. А я не знал. Ух, еле проскочили. Да ты нашу машину видел, на ней не царапинки. Да, хуёвый водила ты. А, то есть нашей массы нашего автомобиля с пулеметом хватает, чтобы снести поезд с рельс. И он там нифига был не на этот, не на краю. Давай, мы еще, блядь, сейчас бурить, да, будем на этой машине? Нет, все, приехали, что, серьезно? Ты еще каким-то образом остался живой, и я, хотя в нас прилетел снаряд из танка, типа, ну... Ну, это, конечно, нелогично. Хотя нелогично в то, что в тебя еще летит 100 патронов, и ты не умираешь. Тоже, ладно, согласен, нелогично. Так. Так, ну-ка. Так, пошли дальше. Ой, блядь, серьезно, опять на новую вагонетку? Ну не надо, ну мне уже надоело. Серьезно. Во, после отлично. После нашего боя с фашистскими дрезинами, нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Блядь, чем дальше, тем хуже, я ж тебе говорю. Ладно, давай на сегодня закончим. Вот, не знаю вообще, сколько там еще по этой игре осталось. Мы уже такое ощущение, что пол этот метро съездили. Вот, а на сегодня, пожалуй, все. Не забывай подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Увидимся в следующем ролике по метро. Не знаю, в каком уже, в пятом, в шестом. Вот, всем спасибо за просмотр. Всем пока.